За все время съемок Recoil 4 я использовал лишь один комплект шин. Я не проколол ни одного колеса и не стер ни одного до такого состояния, чтобы ему потребовалась замена. В общем, все 8 дней съемок использовался только один комплект. Сухое ли, мокрое ли, грязное ли покрытие. Даже как-то по снегу удалось погонять. Шины ведут себя очень достойно при любых обстоятельствах. И еще мне понравился уровень устойчивости к откровенным издевательствам. Когда ты гоняешь по разбитому покрытию со здоровенными камнями, пролетаешь прямо по ним, а колеса не пробиваются. Я гонял по камням размером с микроволновку на 100-120 км в час. Совершал прыжки на 60 с лишним метров. И преспокойно мог потом гонять на скоростях за 200 на тех же самых шинах, которые только что так насиловал. Вне всяких сомнений, они очень стойкие, прочные и надежные. Я действительно могу положиться на их надежность на 100%. Сложно поверить, что шины могут показывать столь высокие характеристики по всем параметрам, по которым вам хотелось бы. И все же именно эти внедорожные шины отвечают всем моим требованиям по проходимости и прочности. С шинами Toyo я способен достичь высоких результатов, поверьте моему опыту. Эти шины помогли мне завоевать несколько чемпионских титулов, и я единственный пилот, дважды подряд победивший в Baja 1000. Эти победы — лучшее доказательство того, что Toyo — шины высокого качества. Open Country MT для меня просто необходимая вещь.